Поздравление предстоятелю Русской Православной Церкви всем верующим россиянам направил Владимир Путин. Президент отметил важность сохранения христианских ценностей и традиций и выразил глубокую признательность патриарху за его вклад в развитие диалога церкви и государства. Встречал президент Рождество в храме небольшого воронежского села Отрадное. Это было первое появление Владимира Путина на публике в наступившем году. По окончании торжественной службы глава государства поздравил всех с Рождеством Христовым и передал в дар храму икону «Господь Вседержитель». Отмечу, что встреча Рождества вдали от столицы стала для Владимира Путина традицией. В прошлом и позапрошлом годах президент уезжал на праздник в Сочи.